Добрый день из солнечного города Мерсина. Мы с вами сегодня находимся в районе Тамюк. Хотим показать вам новый объект. Но для начала хочу показать вам один из уже готовых объектов данного застройщика, чтобы у вас было представление, как оно будет выглядеть в готовом виде. Как будет смотреться дом, какая будет территория и квартира изнутри. Посмотрите, какая здесь зеленая и очень уютная территория. Вот с такими красивыми и модными беседками. Вот с такой мангальной зоной даже мойка имеется. Детская площадка. Баскетбольная площадка. Вот с таким бассейном. Вот с такими лужайками. Вы уже посмотрели территорию, а теперь предлагаю посмотреть квартиру. И, кстати, в данном объекте от застройщика на продажу остались еще 4 квартиры. Цены уточняйте в комментариях. Мы с вами поднялись на этаж и заходим в квартиру. Вот такая вот прихожая. И с правой стороны, смотрите, у меня находится встроенный шкаф вести, такой хороший, трехдверный. Здесь полочки, обувница, и между ними такая своеобразная ключница, по мне очень даже удобно. И обратите внимание, то, что шкаф очень высокий. Далее, с левой стороны у нас находится санузел. Санузел небольшой квадратуры, но все необходимое здесь есть. Обратите внимание, как он сделал столешницу длинная и с литой мойкой. Снизу шкафчики, сверху тоже шкафчики с зеркалом. За дверью у нас спряталось место для стиральной машины, душевая кабина и унитаз. Переходим с вами далее. Спальня довольно-таки просторная. По всей квартире на полу у нас ламинат. И посмотрите, какой встроенный шкаф здесь застройщик установил. Он большой, довольно-таки вместительный, трехдверный шкаф. Полочки, вешалки, еще снизу полки. То есть много места хранения. В данной комнате вам остается купить кровать и две тумбочки, установить, и все, больше сюда ничего уже не нужно покупать. И вполне много даже места останется для комфортного передвижения. Далее мне еще очень нравится вот это вот панорамное окно с видом на море, с небольшим французским балкончиком. Кстати, за дверью у нас спрятался радиатор, и обратите внимание, межкомнатные двери, они такие модные. Современные, выполнены из крашеного МДФ. Переходим с вами в зону кухни-гостиной. Отмечу, что квадратура данной квартиры у нас составила 43 квадратных метра вместе с балконом. Кухонная зона Г-образной формы, каменная столешница тоже хорошо. И мне нравится, что застройщик использовал кухню аж до потолка. Здесь один уровень шкафчиков, и вот тут вот. Я, конечно, не достаю, но все равно надо. Напротив кухонной зоны у нас располагается зона гостиной. Посмотрите, какая она глубокая, большая. Здесь имеется два больших панорамных окна. И с гостиной у нас имеется выход вот на такой довольно-таки просторный балкон, 7 квадратных метров. Она довольно-таки просторная, стол, стулья вполне можно будет поставить и за чашечкой кофе наблюдать за такими красивыми пейзажами. Вот такая красота. Что хочу сказать. Мы с вами просмотрели как образец квартиру 1+1 от данного застройщика. И хочу сказать, что я в принципе довольна материалами, которые он использовал. Далее, мне нравится, как они сделали ремонт. То есть, нету такого, что где-то тут недоделано, косяк, дырка, ну и что-то в этом роде. Ну а теперь предлагаю проехать непосредственно на саму стройку и посмотреть ее локацию и набережную.
Мы приехали непосредственно на место, где будет стройка. Здесь сейчас ведутся подготовительные работы. С этой стороны у нас находится трасса D400, буквально 200 метров. И с этой стороны, на противоположную сторону, тоже находится море и тоже 200 метров примерно. Вот такая большая территория. Здесь у нас территория 7200 квадратных метров. Будет два блока по 15 этажей плюс зиминкат. И будет своя зеленая ландшафтная территория с бассейном, беседками, хамам, сауна и полный генератор. На трассе D400 проезжает весь общественный транспорт, то есть оттуда вы можете поехать что в сторону Аяша Эрдемли или же в Мерсин. Рынок маркеты тоже в пешей доступности. А теперь поехали к морю. Вот оно море! И вот такая вот набережная. Ну что, заинтересовало вас? Еще больше скажу. В данном объекте у нас цены стартуют от 55 тысяч евро. Так что квартир не так уж много и осталось. Поспешите. Если заинтересовались, если остались вопросы, пишите по указанному номеру. Всем с огромным удовольствием ответим. Не забывайте ставить нам лайки и подписываться на наш канал. До новых встреч!